Летние сезоны игр, посиделок и мастер-классов в библиотеке имени Пушкина открыты. В этом году проходить он будет в дистанционном формате. Для юных читателей библиотекари подготовили массу интересных программ. Одной из таких станет летнее чтение в интернете. Понимаю прекрасно, что дети летом у нас читают книги и по школьной программе, и читают просто для своего собственного удовольствия. А пока, к сожалению, такой возможности мы предоставить не можем, мы решили, что наша помощь читателям, родителям и педагогам будет заключаться вот в чем. В ближайшее время на сайте нашей библиотеки появится раздел, в котором будет собрана информация о тех книгах, которые присутствуют в школьных списках для летнего чтения. Сотрудники библиотеки подобрали для юных читателей специальные сайты, на которых ребята смогут почитать, послушать аудиозаписи произведений и посмотреть иллюстрации. Кроме того, мы планируем, что в этом же разделе мы расскажем нашим читателям о различных электронных библиотеках, например, вот о такой библиотеке, как Национальная электронная детская библиотека. И если, например, зарегистрироваться на сайте этой библиотеки, то можно получить доступ ко всем ресурсам Российской государственной детской библиотеки. Это очень большой ресурс. Летнее чтение в интернете стартует в начале июня. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте библиотеки имени Пушкина или ВКонтакте «Пушкин Косаров». Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».